Друзья, всем привет! Очередное видео западно-сибирской лайки в юге и Воланда Алиты. Вот они резвятся, играются. В таких играх щенки оттачивают свое мастерство, опыт и навыки, техники. Потом это все помогает в дальнейшем. В первую очередь развивает. А лайки западносибирские доставляют удовольствие и тоже не засиживается и ведет активный образ жизни. Сейчас летом мы в лес, конечно, меньше ходим, чем зимой. Зимой я через день ходил с лайками. А вот летом немножко меньше. Ну, два раза в неделю, раз в неделю, это точно, вон она, тайга. Идет. Выпустили тоже ее походить. Наша старушка, 11 лет. Вон, Акела у нас аж. Это канадский волк, аж заскулил, увидел ее. Тоже хочет. Видите, он травку ест. Тайга. Скажи, пасемся, да, тайга? Как... Коровушка, блин, здоровая. Он тоже начали повторять за ней, есть траву. Ну, мать научит. Да, тайга. Он выбрал место. Идет траву пасутся. Ну что ж поделать, тебя нельзя упускать. Сразу рванет через забор этот. Такой длины у нас растет трава здесь, как вы увидели. Вот сейчас мачете. Я там пострубаю и дам попробовать Акеле опять. Раз в неделю даю траву ему, чтобы он жевал. Свои кишки. Эти собаки едят, значит, требует организм витамина этих зелени. Ох, какая злющая, злющая вьюга. Ой, Алита. Набрал такой букет небольшой, но думаю, хватит для Акелы. Сейчас пойдем ему дадим. На, леший, бери и кушай. Ух ты, как хватает, блин. Аккуратно, тело, ты мне пальцы не позадевай. На. Все. Жует. Жует. Поснимаю, как он ест эту траву. Вот ему нравится, вкусно. Алита ворует. Отбирала у меня постоянно, сидела, пока я ее резал. Вот видите, как с удовольствием он ее ест. Вообще, когда мы гуляли с ним за полтора года, все говорят, вот он засиженный в клетку. За полтора года мы практически ежедневно с ним гуляли в лесу. Он пробегал там и по 30, и по 60 километров, когда на квадрике ездил, мы и ночевали в лесу. И как бы там все, и ягоды, и листья разные, и кора деревьев, все как бы. Собаки это постоянно получают. А вот волк сейчас на данный момент, конечно, нет. Если я жил где-то на отшибе, конечно, я бы выпускал бы его. Но так как я живу там, где очень много людей, везде дороги, везде дома, то его, конечно, категорически нельзя. Ну и плюс я его не утащу просто. Если даже утащу, то... Ну, а эта трава, в общем, вся съедена была. Смотрите, сейчас пометь территорию хочет. Вот так. Показывает, что он главный. В общем, вся эта трава будет съедена к утру.
Я когда прихожу, ее уже нету. В два раза еще больше даю, потому что здесь тайга. Они вместе едят это. Ладно, что, копошаться. Алита, ты что такая шубутная, а? Ты траву помяла вместе с Югой. Вон, смотрите, рвет. Тоже кушает, не хватает. Вон, видите, ест, доедает. Сейчас он всю ее съест постепенно, постепенно. Все съест. Вчера скушал. А я вам сейчас даже покажу. Вчера он скушал 5 яблочек у меня. И я ему курицу дал. Примерно там 2,5 килограмма. Сейчас тоже пойду помою яблочко дам. Покушать. Он очень любит красные яблоки. Они у нас самые дорогие. Вот он самые дорогие любит. Собаки не шибко едят. Но тайга все у нас ест, конечно. Вот собаки не очень яблочки хотят. Он прям с удовольствием их ест. Сейчас я помою одно яблочко и покажу, как он его ест. Смотрите, какое красивое яблочко. Оно очень вкусное и хрустящее. Сейчас попробуем. Как вкусно. Акела, сейчас. Это уже твое какое яблоко. Смотрите, слюни текут, видите? Аж слюни текут. Дай еще откушу, можно? Можно откушу? Ну, доешь сначала это. Смотрите, все в слюнях. Настолько вкусно ему. Мне тоже эти яблоки нравятся. Зеленые пробовал. Я вот зеленые не очень люблю. И он, представляете, тоже не прикасался даже к зеленым яблокам. Не нравятся они ему. Вот, а эти яблочки кушают. Ну, раз в неделю килограмм яблок я ему привожу. И он съедает вот. Без проблем все. Очень нравится ему. Сами видели, слюнки аж текут. Реально сочные, вкусные. Вот такое питание тоже у нас. В основном такое питание у нас идет с весны до осени. Добавляем ему фрукты, овощи. В общем, все, что растет на данный момент в России, это все ему покупается и дается. К осени арбузы ест, дыни кушает. Также есть видео. Нашла дырку в заборе. Вон там подкопала, точнее, и выскочила. Это уже не первый раз. Начинаю далеко уходить. Ходить, бродить, колобродничать. Алита. Алитка. Смотрите, как нюхтит носом. Интересная такая. Лапки тоже у нее крупноватые. Давай домой. Пошли домой, Алит. Мне тебя бегать теперь. Ловить. Алита. Ну, походу придется... Друзья, пошел я ее ловить. Идем домой. Нюхтит все, запахи изучает. На озеро сходим? Пойдем на озеро. Может, покупаться захочет. Вот, друзья, озеро наше. Вот, видите, какой большой коттеджный поселок. Это у нас... Вот оттуда аж идут дома. И вот по кругу, по кругу. И вот.
вот начинаются дачные кооперативы. Вот, так что, друзья, я живу в городе, но Волк находится в дачных кооперативах. Потом все пишут, ты там в деревне живешь, у тебя там в деревне 5 домов. Нет, друзья, я живу не в деревне, я живу в газовой столице мира. Город Новый Уренгой, Ямал-Ненецкий автономный округ. Но к Волку езжу каждый день. Видите, как красиво. Северная природа. Ну что, Алита, будешь купаться? Или тебе помочь? А? Алит? Смотрите, друзья. Уже пошла морожка. Вон буквально 2 недели и будем собирать ее. Но в этом году я тоже ее не успею собрать, потому что уже скоро я улечу. Я даже космонавты едят эту ягоду, она очень полезна. Ну-ка, иди сюда. Алит, на, будешь пробовать? Морожку будешь пробовать? Кислую не хочет. Мышонок. Вот так вот. Все, охладилось. А то сейчас люди подошли, она аж убежала, забилась. К людям не привыкает. Надо вот чуть попозже будет по городу ее. Вот так плаваем, скажи. Дали ей свиные ребра. Он сейчас разделывает, аж визжала. Просила. Скажи, погуляли, накупались. Теперь и покушать надо. Вьюга нельзя.